Близкие Алексея Чумакова беспокоятся, что с певцом творится неладное. Он начал разговаривать женским голосом, примеряет туфли и сел на диету. А всему виной наше шоу. Одиночество. Пророчество. Кончится. Красиво. Я помню сны неразделенные, глаза чужие и бездонные, и наши тени отраженные свечами. Ну что ж, друзья, наконец-то Алексей Чумаков предстанет перед нами в женском обличии. И не просто, а Любовь Успенская, моя любимая Любовь Успенская. Я буду за тобой очень пристально наблюдать, потому что это одна из моих самых удачных пародий. Скажи, с какими трудностями тебе пришлось на этот раз столкнуться? Дело в том, что мы с Любой знакомы очень хорошо, и я бы хотел заранее извиниться перед Любой Успенской, перед легендарной артисткой, потому что все, что будет сейчас там, это как бы вынужденная история. Он не имеет к этому никакого отношения. Утрированное все. Любочка, вы, конечно, совсем не такая, вас любят миллионы. Я заранее, правда, искренне прошу прощения, если вдруг я как-то задену. При всем при том, что любой персонаж, безусловно, яркий, нам нельзя перебарщивать. Мы никого не пародируем. Нам нужно... Леша, нам нужно один в один. С тобой интересно. Нам нужно один... Да, один в один. Неси. Далекому и грешному бегу по полю снежному, как будто все по-прежнему люблю я. Нет, рука – это флюгер. А-а-а. И вот перед человек идет... А кому ты будешь обращаться, когда будешь петь эту песню «Единственному нежному»? Может быть, Александру Рееве? Вы знаете, Нонна, я как бы не настолько глубоко в шоу-бизнесе и не настолько глубоко вжился в роль. Мне легче исковеркать слова, нежели исковеркать свое сознание. Поэтому я буду представлять женщину, но буду попытаться коверкать слова. Вот так вот. Ну что ж, мы прощаемся с Алексеем и говорим ему «до свидания». До свидания. Здравствуйте, любовь. Thank you.
влюбленные и наши тени отраженные свечами. Я знаю боль, что не прощается, и грусть, которой все кончается, и сон, который повторяется ночами. Посидевшую Юлю Ковальчук. Но это потрясающе, правда. Леша, спасибо тебе от меня лично, потому что мне этот образ невероятно дорог. Можешь расслабиться, расслабить челюсть, выдохни и сними каблуки. Но все-таки до конца не выходи из образа, потому что мы сейчас пообщаемся с членами жюри. Ну, с кого начнем? Александр! Алексей, я не узнаю тебя, во-первых. Это ты прекрасно. Или это любовь? Это я. И я любовь. Леш, я сейчас понял, Нона, что вообще смысл этой программы. Мы внимательно слушаем. Нет, дело в том, что, да, выходили артисты великолепнейшие до этого. Все это было здорово. Но сейчас именно Алексей показал, что нужно делать вот в этой программе. И что такое один в один? Во-первых, перевоплощение не то, что стопроцентное, а, ну, там, 1000%. Вокальное, мне показалось, что он пел под фонограмму, записанную любовью Успенской. Нет, у нас все поют вживую. Скажи мне, вот как будто ты в образе. Люба, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Сашенька, здравствуйте. Люба, просто ответьте на вопрос, они настоящие? Где? Я имею в виду волосы, настоящие? Волосы, да, настоящие, все волосы настоящие. Посмотри, а размер обуви? Посмотри, как... На самом деле, Сашенька, какой размер, извини, я Любочка? Хотел сказать, что я сегодня восхитился женщинами троекратно. Во-первых, потому что вот это делать очень долго. В-третьих... Как вы на них ходите, я не понимаю. И самое главное, в-четвертых, у меня уже болит позвоночник, Саша. Я не знаю, что делать. Это кошмар. Мы просто
Браво! Спасибо! Не знаю, Людмила! Сложно судить, потому что я прохохотала, прорыдала, у меня текли слезы, я была в невменяемом состоянии. Я не могу сидеть как просто как какая-то училка и что-то тыкать пальцем и говорить неправильно, не то, не сё. В данном случае я увидела королевишну русского шансона. Буквально королевишну. Со всеми ее регалиями. Алексей, вы настолько свободны в этом, что вам пора, по-моему, уже открывать персональное шоу. И я пожелаю вам просто еще более, ну куда уж, более сложных, более заковыристых персонажей. Ничего не стесняйтесь, мы... Да, все, удалось? Спасибо, да. Это после слов королевишна. Кроме слов «браво» сказать спасибо. Нечего. Браво. Спасибо огромное, спасибо большое. Любовь, скажите о любви. Я видела, вы во время номера тоже пытались что-то сделать с челюстью. Нет, я просто за ним повторяла. Это настолько здорово, это настолько потрясающе, что твоя челюсть ползет за его челюстью моментально. За ее челюстью. Алеш, вы удивительного комедийного дара человек. Спасибо, вот спасибо. Я вас наблюдаю и... Это что-то совершенно феерическое. Это особый дар. Это особый талант, который, конечно, вам надо развивать. И действительно, вот я вспомнила фильм «Джази только девушки». Дивный совершенно фильм, мною обожаемый, где актеры все абсолютно говорили, что самое сложное – это действительно выходить мужчинам в образе женщины. Я понимаю ваши сложности, но вы это сделали... Так талантливо, так здорово. Единственное, что хочется, знаете, что хочется? Фантастически все. Единственное, когда вы ностальгически поднимаете глаза, больше их туда закатываете. Люба это делает просто с такой тоской по русской родине из Америки, что просто ты закатываешься туда вместе с ней. Это блистательный номер. Спасибо. И я вас просто... от души полюбила за время нашего проекта. Спасибо вам большое. Спасибо, это только начало. Геннадий спасибо. Викторович, хотя бы на секунду поверили, что женщина перед вами? Все, что касается оценок, все было высказано сегодняшним залом. Спасибо большое. Ничего добавить к этому нельзя, кроме того, что довольно много раз в своей жизни я видел, как мужчины... пытаются играть женские персонажи. И, как правило, когда я на них смотрел, я вспоминал замечательную фразу. Если вы решили поменять пол, сначала почините крышу. Понимаете? Я сегодня наблюдал за тем, что Леша делал. Вот эта гомеопатическая доза. Абсолютная точность, корректность. Ни одной доли секунды человек не свалился ни в карикатуру, ни в пошлятину, ни в желание заиграть с аудиторией, хотя соблазн большой. Это высочайший класс. Спасибо. Спасибо. А какой спасибо. Был танец, друзья! Алексей, доковыляй, мой дорогой, до дивана. Мы провожаем бурными аплодисментами Алексея. С любовью. Спасибо. Чего только не делала Сати Казанова, чтобы точнее вжиться в образ.